Привет, дорогие друзья! Появилась новая тема, новый проектик – ремонт. Решились мы тут на ремонт нашей трешки, превратить ее в некое иное пространство в связи с тем, что места стало не хватать, да и хотелось глобальных перемен. Первое видео сделали, но там главное действующее лицо – моя любимая. Собственно, она рассказывает об идее. Пока просто возьму его, переделаю начальную заставку, а дальше слушаем ее, смотрим, следим за нашим новым проектиком. Пока! Трое детей, а имеем мы трешку и решили сделать из нее четырехкомнатную квартиру. Потом я хотел делать свой туалет, свою ванну, занудил, только свой. И это было определяющим. Я хотела, я решила, я делаю. Почему? Потому что ты, тебя смотреть буду. Да? А тут не пошла музыка. Уже разобрано, разграблено, распродано все. Это будет модифицироваться. Другое пространство. Так, здесь кухня была, кабинет для размышлений, ванная. Здесь у нас было шубохранилище. Наша спальня, стояла здесь кровать. А вот так выглядела детская комната. Будем смотреть, что из этого будет. Итак, почему же у нас случился ремонт? Потому что у нас трехкомнатная квартира, трое детей. Но 20 лет тому назад, когда мы ее покупали, мы не рассчитывали на такое количество детей. Мы думали, что у нас будет всего один ребенок. Но через 10 лет у нас появился второй ребенок. У нас было две девочки, нам было проще, они жили в одной комнате. Но через 10 лет родился мальчик. И оказалось, селить-то его в этой трехкомнатной квартире некуда. И мы решили переделать то, что имеем. А имеем мы трешку и решили сделать из нее четырехкомнатную квартиру. Старший ребенок у нас уже живет отдельно, у нее своя квартира. А сейчас с нами живет средняя 15-летняя дочка и младший 5-летний сын. И в итоге, на чем остановились? Теперь у нас вместо кухни будет маленькая комната для нашего любимого мальчика. Да, вообще я хотел свой туалет, свою ванну, санузел, только свой. Мы делаем свой личный санузел. И это было определяющим. Это было немаловажно, и поэтому мы из кладовки делаем маленький, крошечный, но свой личный, собственный санузел, свою личную территорию маленького санузла с маленькой душевой кабиной, но свою личную. И у нас будет вход в этот, в эту нашу небольшую, но функциональную ванну из нашей спальни. У детей будет своя ванна, а у нас своя. И никто друг другу мешать не будет. Ну вот, а дальше смотрите жилье, видео с комментариями которое, мужа. В котором мы прожили 18 или 20 лет, которое мы покидаем. Уже разобрано, разграблено, распродано все. И дальше это будет модифицироваться в другое пространство. Это кухня была. Вот лампочка Ильича уже. Здесь кухня была. Вытяжка, след от вытяжки. Вот она, готовая к продаже. Холодильник. Размораживаем. В воскресенье приедут наши друзья забирать это все. Посудомойка. Bosch. Стиралка на 8 килограмм. Bosch. СВЧ. Кабинет для размышлений. Зеркальце на 8 приличное. Тут у нас шкафчик был для всяких вещиц. Опустошили, перенесли. Ванная. Ну, тут тоже было зеркало. Всякие полочки разобрали, все, дырки остались. Свет вот такой был. Спота, или как они называются. Ну, тут кое-что осталось вынести. Это у нас увлажнитель воздуха в разобранном состоянии, сохнет. Помыли. Коридорчик наш там, планировочка.
демидовские игрушки, которые к нам пришли по наследству. Здесь у нас было шубохранилище, как я его называю, с полочками. Завалено было до самого верха. Начиная от горнолыжки, заканчивая старыми альбомами, документами. Завтра сниму здесь. Это наша детская. Люстры просто нет. Завтра сниму днем. Вот так. Здесь были полочки, 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 книжные, 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 книжные. Ничего не осталось. Здесь даже турник у меня висел. Вот. А, спальня. Наша спальня. Готова к переносу. Стульчики. Наша спальня. Стояла здесь кровать. Завесочки, кондиционерчик, освещение. Это разобранные шкафы. Покупатель приедет в понедельник, уже заберет. Это шкаф-купе, который пережил, по-моему, третью квартиру. Мусор, лесенка и отличный паркетный пол. Это самое лучшее, что было в этом доме в качестве и из ремонта по качеству. Ну, как-то так. Как-то так это было. Будем смотреть, что из этого будет. А вот так выглядела детская комната наших деток. Сейчас еще камеру разверну вертикально. Вот люстру просто снял уже, света нет. Такая итальянская мебель у нас была. Бухали в свое время кучу денег. Но место было достаточно уютным. Девчонки жили. Старшей, правда, не очень нравилось. Младше очень. Верхняя кроватка, нижняя кроватка. А тут не пошла музыка.